Выездная администрация завершила свою работу в Старых Химках. Представители профильных служб и муниципальные депутаты рассматривали обращения жителей. Наталья Реброва обратилась в Комитет имущественных и земельных отношений. Химчанка отметила, формат выездных администраций очень удобен. Я по поводу распределения земельного участка. Я получила прекрасную информацию. Очень благодарна сотрудникам. Все разъяснили очень хорошо. Внимательное отношение. Люди позвонили, предложили определенное время. Это очень-очень удобно. Выездные администрации работали во всех микрорайонах городского округа. В Луневском, Кутузовском, Сходне, Подрезкове, Новых Химках, Левобережном. За 7 недель специалисты профильных служб приняли более 1000 заявок граждан, большую часть которых удалось решить на месте. В Химках практика выездных администраций стала ежегодной. Формат зарекомендовал себя оперативностью в решении обращений жителей. Елена Тараненко, Руслан Сафин, Новости, Химки ТВ.